Иглоукалывание – один из древнейших методов, основанный на знании строения человеческого тела, расположения локальных нервных центров. Иглотерапия лечит все функциональные расстройства организма, нарушения в эндокринной системе, урологические и проктологические заболевания, неврологическую симптоматику, остеохондрозы, психозы, неврозы, неврастению, также радикулит, межпозвонковые грыжи, используют при похудении, и это еще не все. Для процедуры используют иглы длиной от 1 до 12 сантиметров. Изготавливаются они из высококачественной стали или серебра. Все иглы проходят ультразвуковую очистку и упаковываются автоматически, что не допускает соприкосновения их с руками человека и обеспечивает полную стерильность. Большое значение имеет техника и метод введения иглы, ее направление и глубина проникновения, время нахождения в точке. Хорошие доктора варьируют технику иглоукалывания, сводя болевые ощущения пациента к минимуму. Перед процедурой обязательно проводится диагностика. Исходя из нее, будет выбираться определенный набор точек воздействия. Продолжительность сеанса от 15 до 60 минут.